Всем приветики. Время сейчас 7 утра. Да я Серегу разбудила в школу, сделала ему покушать. 0 плюс 1 градус. Я решила переиграть. Знаете что, я сейчас поеду не на йогу, а решила дать еще один шанс бассейну. Поеду в бассейн. Сейчас уже такая оделась. Одела новую футболочку. Ниже не буду показывать, а то я еще без штанов хожу. Одела новую футболочку. А потом думаю, если я еду в басик, то какая разница? Я не обязательно ко времени выходить. Думаю, попью-ка я еще кофе, потому что сегодня такая ночка была, что, блин, я как побитый. Я не знаю, даже ладно, не буду вас грузить. Сейчас покажу. Вот. У меня синий-розовый купальник и зеленая шапочка. Меня это добивает просто. А я что-то, не знаю, не заказала шапочку. Хотела заказать шапочку, не заказала. Ладно, буду так ходить. Я думаю, меня никто за это не прибьет, да? Слушаю музыку. Обожаю пианино просто. Очень обожаю. Не знаю, я на кого-то тут подписана. Это в ТикТоке. Такая музыка классная. Я, знаете, что? Я решила сегодня, наверное, сделала вот масочку. Помните, я покупала вот эти, вот это вот дурацкое название, которое даже альгинантное, вот. Хочу попробовать. Да я тут смотрю стендап, чтобы хоть немножко поражать. Мне он так нравится, сейчас покажу. Вот этот. Он вроде бы рассказывает про какой-то прям, ну, негатив, но... Прикольно. Ой, а еще я обожаю шотландскую музыку. Не знаю, мне кажется, я в одной из прошлой жизней была в Шотландии. Вот не знаю почему. Мне вот эти волынки, танцы вот эти, просто снос башки. Очень нравится. Сейчас залезла расписание посмотреть. Думаю, интересно, может там бассейн занят. Или я фиг его знает. Смотрю, а сегодня отменили йогу. Так что... Я прям идеально собралась поплавать, но вроде в басик можно в любой момент. А йогу отменили, так что йоги сегодня нету. Слава богу, что не пою. А хотя... Нет, если бы я не взяла купальник, как бы я поплавала, да? Кто-то им плов наложил. Чипсами. Плов с чипсами у них сегодня. Да? У вас сегодня плов с чипсами? Все, отплавала я. В очередной раз убедилась, что... Блин, ну не, я не могу в бассейн в этот ходить. Не, в бассейн нормально, все, да. Не, есть, конечно, там всякие разные неурядицы, но... Я просто... В юности тонула. И когда я не ощущаю дно, у меня прям, как знаете, паника такая легкая наступает. И поэтому мне сложно в этом плане. Ну и потом вот этот, там уже целый клан бабушек. Плаваешь среди них. Мужчина такой в годах заходит. Ухоженный, или как это сказать. Ну, симпатичный, ладно. Вот. Там бабушки все такие, хоп, такие взбодрились. Вообще атас. А еще я думаю, как это все развидеть, все эти тела. Не, это не мое. Это не мое. Ладно, два раза сходила. Может быть, еще когда-нибудь. Сейчас я вот передохну немного. Но йоги сегодня не было, так что... Часик я поплавала. Нормально. Пойдет. Приехала я уже. То вообще сейчас стою на остановке, жду автобус. И мужчина подходит, говорит, ой, я здесь так давно не был. Какая маршрутка идет до метро? Ну, я говорю, там 142-я. Он такой, ясно. Такой смотрит на меня. И, наверное, у меня просто на лице написано, поговорите со мной, да? И наоборот, хочешь, чтобы меня сейчас никто не трогал? Нет, ну, конечно же, все... Вот так всегда. Он мне рассказал все свое детство.
как у него умер отец на производстве, что им там какие-то дотации давали, а по потере кормильца, что им квартиру бесплатно дали. Короче, рассказал всю свою жизнь, боже. И маршрутка, как назло, не едет, а не едет. У меня волосы, я так и не досушила. Я думаю, у меня последние отвалятся. Там такие фены, что это жесть просто. Они так дуют, я думаю, у меня все волосы сдуют вообще с головы. Так что нет. Я решила их даже не досушивать. Лучше я с влажными пойду, но хотя бы они у меня на голове останутся. И так, блин, уже три волосины. О, ветер прям сдувает. Пришла я уже домой. Сейчас хочу сразу включить. Сейчас будет распаковка. У меня вообще волосы даже не досушила, чтобы вы понимали. Наполовину мокрые. Капец. Еще и после шапки шлепок. Вообще просто, блин. Так, ну что? Распаковка. Чек. Наггинсы. Акция наконец началась. А то Серега такой: ну что-то вы давно наггинсы не ели. Я говорю: ну блин, извините, акции нету. А так покупать что-то как-то дороговато, не? Они по акции 120 рублей. Это значит 1 плюс 1. Две упаковки. Да. Две упаковки 240. Йогурт. Я тебе купила йогурт, который ты просил. Пожалуйста. Два. Сережа тоже. Да, это Илюши Тофифи. Я тебе еще Тофифи купила со смайликами, чтобы на душе веселее было. Чтобы нам было радостно на душе. Так, сейчас. Сейчас включу вас. Карбонат. 100 грамм, 80 с чем-то рублей. Глаза болят. Хлеб. Черного хлеба не было. Хорошо, что я этот не выкинула. Взяла вот такой. Какой-то чеснок. О, я помню, я его вот так любила, кстати. Одно время я прям вообще на нем сидела. Это с чесноком. Крабовое мясо. Это Сережа в школу сникет. Ну, это не шоколадка, это этот, скажите, криспер. Водичка персик. Сироп, потому что кое-кто его почти весь выпил. Сироп. Сосисоны две в тесте. Тесте шницель. Не знаю, сколько стоило, я там не видела ценника. Так, это что это тут? Это что это? У нас тут улетает. Ой. А, это эти. Скажите, благовония. Лук зеленый, что-то около 70, да? Взяла травку. Не травку, а что это у нас? Аликанте. Ну, айсберг вот это вот, знаете, зелень, зеленушка. Листья салата, вот, все. Я сказала это. Листья салата. Я просто думаю, сейчас я взвешусь. Я думаю, что у меня, скорее всего, вес тронулся. Потому что меня опять кроет нормально. Я поняла, у меня нормально, он просто, как у всех нормальных людей, просто сбросит. Нет, мне надо, блин, через какую-то хрень. Макарошки. 45 рублей, кстати. По акции. Сейчас мы взвесимся, посмотрим. Так, надо вытащить мокрый купальник. Все, у меня все. Мокрый купальник, шапочка. Шлепки. Запасная футболка, пускай здесь будет. А, только не дал здесь. Все. Вот и все. Не знаю, я пока есть не хочу. Сейчас взвешусь, посмотрим. А, так вот, я думала, салатик сейчас поем, может быть. Или попью кофе, а потом салатик себе сделаю. Время у нас нормально. 20 минут первого. Все.
минус 600 грамм, а всего итого минус 28 килограмм. Короче, хоть во сне, да? Весь сон просто дрался. Мы уже уходим, я такой говорю, все, ладно, давай, удачи здесь. Вторец. Хочу сказать про крем вот этот, да, молочко для тела. Мне он что-то не очень. Во-первых, мне не зашел сам аромат манго. Что-то как-то мне не понравился. Лила горячей воды. Она такая желтоватая, потому что здесь прям капелюсечка кофе оставалась. Что-то мне не хотелось мыть стакан. Думаю, да, пофиг. Так что сейчас выпью. Смотрю Нину и Вовчика. Они собрались в этот, я так поняла, в Таиланд. На пару месяцев как минимум. Сейчас буду пылесосить. Что? Тебе не холодно? Мне? Нет. Холодно. Мне кажется, у меня вообще наоборот температура поднялась. У меня голова болит опять. Че, серьезно? Ты задолбал, Илья. Ты выпил его? Да, конечно. Я поэтому вчера пришла антикопин, потому что он у меня опять болит. Значит, не сильно болит, но болит. Сосни этот, стрепсил. Да, стрепсил, нифига не помогает. Да помогает, у просто надо... Он, наоборот, хуже, он как будто раздражает. Так, теперь надо помыть палы. Надо помыть. Правда, я левша. И правой рукой мне сложно. А, там у Сереги еще и музыка играет, ладно. Короче... Буду мыть палы. На улице такая противная погода. Фу. А у тебя еще и капюшона нет. И снег. Прекрасная погода. И снег. Снег пошел. Такой. Что-то с дождем, что ли, я даже не знаю, да? Да. Время 3:30 мы выгребли. Я с собой взяла Илюху. Потому что нам надо поговорить. Да, и надо еще раз пройтись краской. Ты вообще прям цветной какой-то. Вот сзади я смотрю. Фиолетово-рыжий. Не, я смотрю, вроде нормально. Да? Может, я плохо вижу. Ну, сзади ты не видишь. А я вижу, вот прям иду и вижу. У тебя же капюшона нет. Вот для чего Илюши нужны. Да, Илюш? Чтобы не таскать сумки. Вы мне говорили, что ты всегда тяжести таскаешь. Вот, пожалуйста. Не я тащу. Домой, зайка. Ёлка. Сейчас я ключи найду. Чё? Ёлка. Ну так она же здесь растет, или ее здесь поставили? Нет. Чуть не обращала внимания, прикинь. А ты говоришь, ничего не меняется. Вот, пожалуйста, блин, мы увидели елку, прикинь, мы ее не видели. Да вот и я ж думаю, что она всю жизнь здесь стоит, а мы ее только увидели, видишь? А ты говоришь, просто мы нифига не замечаем. Так, мы уже пришли. Илюха уже даже мыться пошел. Бедолага, блин, запылился, пока занес пакеты. Сейчас быстренько распаковочку сниму. Блинчики с мясом, сосиски, блины с мясом, сколько же они стоили? 110, по-моему, или 130. Или 130, или 110, это так. Сосиски убегают. 100 рублей сосиски. Бананы. Кстати, я выбрала самые, то, что были нормальные. Вот 3 штуки, больше не было. И выбирала, вот эти 3 штуки забрала. Сзади меня женщина с мужчиной стояли, начали выбирать. Говорят, фу-фу, говорит, не бери такие, фу. Ну, то есть там вообще вот это самое лучшее оставалось. Взяла. Колбаски. Не знаю, сколько они стоили, ценника не было. Милка, шоколадка. С фундуком и изюмом. Один пакет сел. Скитлс, который Илюха уже съел. Наверное, на ходу прямо его. Потом еще Илюха себе взял 2 бутылки воды. Что-то он еще себе взял, но он уже это забрал. Орешки. Себе взяла орешки. Что-то я на орешки подсела, я заметила. Вот уже несколько дней кушаю орешки. Даже не несколько дней, но я кроме них ничего почти. Что-то ничего не лезет. Хлеб. Пельмени по акции 290 рублей, по-моему, или 208, что-то, блин,
Да, где-то так. 290 или 280. Хлеб 50 с чем-то. Еще одна водичка. Это Сережа с персиком. С персиком. Йогурт. Половинка батона белого. 34 рубля. Наконец-то я нашла. Одна единственная была. Белая рыба. Масляная вот эта. Мы ее с мамой очень любим. А, сколько она стоила? Что-то около 300. Около 300 рублей. И такой кусочек хороший. В том плане, что, знаете, не то, что там приплюснутый, непонятная жопка чья-то там. Хороший кусочек. Так, есть. Взяла замороженную клубничку. И последний, это 10% сметанка. Хотя сметана есть, но я решила, что, блин, 10% можно не найти. Поэтому взяла на всякий пожарный еще. А на срок годности еще долго. Так что все, видите, как я уже быстренько хоп-хоп-хоп. И жвачку взяла. Фруктовую жвачку. 19 рублей, чтобы вы понимали. 19.